веревочки, да, они разной длины. Какая-то короче, какая-то длиннее. Что из них будет у нас? Солнышко. Солнышко. А как вы думаете, для чего у нас карандаши? Для глаз. Чтобы нарисовать глазки, ротик. Ну что ж. А взойдет и всех разбудит. Солнце! Максим, вот видите, сколько мы загадок знаем о солнышке, о весне, о весенних приметах, о цветах, о тепле и так далее. Подожди, подожди, сейчас. Ребята, поскольку мы говорим, весна не бывает без солнышка, давайте встанем с вами и позовем солнышко. Ну-ка, громко-громко встали на ножки. Солнышко, покажись, а три, четыре. Солнышко, покажись, обогрей и улыбнись, к нам в гости приди, да тепло принеси. И снега и лед, пусть весна скорей придет. Привет, весенний, вам, друзья. Вас очень рада видеть я. Как только вы меня позвали, я сразу появилась в зале. Мы рады, солнышко. Да. Ты видишь, какие мы довольные, что ты к нам пришло, солнышко. Солнышко, а посмотри, пожалуйста, какие портреты дети нарисовали. Они тут и аппликацию делали, и рисовали портрет солнышка. Пройди, пожалуйста, здесь и здесь. Нравится тебе?
тебе портреты, солнышко. Ну-ка, проходи сюда. Нравится? Нравится. Ты довольна? Да. Довольна. Приятно, что ребята помнят, ждут тебя и любят. Конечно, ждут и любят. Весна на улице. Хорошо. А я предлагаю, солнышко, тебе вместе с девочками спеть песенку «Выглянула солнышко». Максим Кравцов, Аня, Настя, Вика, Арина и Андрей. Итак, пожалуйста, выходите шаг вперед и говорите. Не. Ну давай, давай. Солнышко, покажи.
Выйди поскорее. Выйди поскорее, будь к нам пора время. Хорошо, Анечка, выходи. Солнышко, повернись. Солнышко, повернись, красное разожгись, весну красну приведи, коняй. Настенька. Солнышко, солнышко, вот и не окошечко. Солнышко, покажись, красное нарядись. Хорошо, Рыгуля. Солнышко, бодрышко, приди поскорей, обогрей, освети тебя, дарина, еще маленьких ребят. Солнышко, колоколнышко, ты пораньше взойди, нас пораньше разбуди, отворяй ворота, нам в поля бежать, нам весну встречать. Теперь давайте все вместе повторим Андрюшкину зазывалку, закликалку. Весна, весна, отворяй ворота, приходи поскорей, землю нашу обогрей. Так, молодцы, ребятки. Ну что ж, солнышко, порадовали тебя, ребятки? Да. Что ты нам хочешь еще сказать? Ты довольна? Да. Довольна. Видно тебе, что ребята соскучились? Да. Видно. Хорошо, ребятки, а теперь скажите, пожалуйста, чем мы сегодня с вами занимались? А? О чем мы говорили? О весне. О весне. Наше мероприятие называлось... Кто запомнил? К нам весна шагает быстрыми... шагами. Так, а что мы на занятии делали? Солнышко. Делали солнышко. Играли еще. Песни пели. Хоровод водили. Стихи читали. Стихи закликалки, заклички. Загадки. Загадки отгадывали. Вам понравилось? Да. Понравилось. Ну что ж, а у вас в руках теперь вот такие вот жаворонки. Вам, я понимаю, не терпится их сейчас скушать, правда? Эти сейчас делаем. Сейчас. Что нам еще хочет солнышко там сказать? Ну-ка, пожалуйста. Хотя хочет вас есть. Ничего, надо терпеть. Да, может, я подержу? Что ты хочешь? Давай, говори. Я хочу вам подарить солнышко, которое у вас... согреет даже в самую пасмурную погоду. Хорошо, мы будем рады. Кому-то маленький лучик, кому-то побольше. Ну теперь уже, ребята, действительно весна, я думаю, придет. Мы звали ее сколько сегодня. Мы рады весне, солнышко рисовали.